Hello, my dear friends. How are you? То есть, как у вас дела? Is it sunny today? То есть, что я у вас спросила? Сегодня солнечно? So, is it sunny today? Yes, it is sunny. Okay. Ребята, сегодня мы с вами поговорим о Великобритании. Великобритания – это страна, чей язык мы с вами изучаем. Сегодня мы с вами немножечко узнаем об этой стране. Как вы видите, ребята, Великобритания находится на острове. Называется Британские острова. И она окружена морями и океаном. Из-за своего расположения Великобританию часто называют Туманным Альбионом, так как там часто туманы. В состав Великобритании входят 4 страны. Скотланд, то есть Шотландия, Ингланд, Англия, Уэльс и Northern Ireland, то есть Северная Ирландия. И вместе они называются так. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. То есть Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Вот такое длинное название. У каждой из этой страны есть свой флаг. It's a flag of England. То есть флаг Англии. Это флаг Northern Ireland. То есть Северной Ирландии. It's a flag of Scotland. То есть флаг Шотландии. А вот этот необычный флаг. Флаг Уэльс. Флаг Уэльса. Но когда, ребята, мы с вами говорим именно о Соединенном Королевстве, Соединенное Королевство Великобритании, имеет в виду вот такой флаг. Флаг называется Union Jack или британский флаг. То есть под этим флагом мы объединяем все 4 страны. И Северную Ирландию, и Англию, и Шотландию, и Уэльс. Во главе Соединенного Королевства стоит королева Елизавета II. Живет она в Букингемском дворце. Но власть королевы ограничена. И страной управляет парламент. А это the Houses of Parliament, то есть дом парламента, где заседает парламент. А рядом с ним находится знаменитый Биг Бен. Наверняка вы слышали про Биг Бен. Многие считают, что Биг Бен — это часы. Но на самом деле Биг Бен — это колокол, который бьет каждый час. Как вы видите на фотографии, ребята, он очень большой. Столица Великобритании – Лондон. Лондон. В Лондоне много разных достопримечательностей. Например, Лондон Тауэр. Лондонский Тауэр – это крепость. Когда-то в этой крепости жили короли и королевы, а также какое-то время эта крепость была тюрьмой, а сейчас это музей. Также в Лондоне есть London Zoo, то есть лондонский зоопарк. Это один из самых старейших зоопарков в мире. И в нем насчитывается более 16 тысяч животных. Парк поделен на территории. И, например, там есть тропический лес с лемурами. А есть даже дом дракона, где живет самая большая ящерица в мире. Комодский варан или комодский дракон. В Лондоне находится самое большое колесо обозрения.
Называется оно London Eye, лондонский глаз. Один оборот лондонский глаз совершает за полчаса. Считается, что англичане большие любители tea, чая, конечно же. В Британии даже существует церемония 5 o'clock tea, то есть когда пьют чай в 5 часов. Англичане предпочитают tea with milk, то есть чай с молоком. А если вы не любите чаем с молоком, вам нужно сказать black tea, то есть черный чай. А вот tea with lemon, то есть чай с лимоном, они называют русским чаем. Ребята, вот мы и узнали немного о Великобритании и ее столице Лондон, Лондоне. Ну а теперь нам пора прощаться. До встречи. See you.